В Нижнем Новгороде завершаются работы в рамках программы «Жилье и городская среда». Дуки в рамках этой программы ведут ремонт придомовых территорий. По формированию комфортной городской среды, значит, у нас 5000 квадратных метров это асфальтировки выполняется, 1000 погонных метров бордюр выставляется. Также у нас здесь идет долевое участие собственников по 20% софинансированию, это на тротуары и на входы к подъездам. Узко ходить просто было. Идешь и наслаждаешься, что вот когда машин нет. А когда машины, иногда в сторону подъезда приходится отпрыгивать. Здесь была народная тропа, назовем ее так. Очень много жалоб было и в инстаграм губернатора, и главе города Юрия Владимировича Шлабаева обращались жители. И мы сразу же заодно нормальную делаем асфальтированную дорожку, чтобы людям было удобно. Очень хорошо, понравилось. Давно уж пора это сделать, потому что здесь была проблема с парковками. Даже до такого доходило, что ругались. И как бы, блин, приятно, удивились, очень серьезно, так сказать. В 2019 году мы проголосовали за проект благоустройства как раз территории в рамках проекта «Комфортная городская среда». И сейчас нам очень здорово благоустраивают территорию. То есть и дорогу расширяют, и парк построили. В общем, жители очень рады.